Всем привет! Сегодня я вам хочу представить своего нового пациента. Это Fender Silverface Super Reverb. Значит, примерно 75-го года выпуска, как мы с его новым хозяином поняли. Долго шерстили интернет, гуглили, смотрели. И в итоге по многим параметрам, а также по некоторым датам изготовления деталей, мы поняли, что это близко к 75-му году. Значит, поступил он ко мне в таком виде, в принципе, внешне неплохо выглядит. Сразу, что бросилось в глаза, это то, что, скорее всего, это кабинет не родной, либо это кабинет из 80-х годов. Честно говоря, не встречал таких лично я сам в своей практике. Здесь стенки боковые, нижняя 21 мм, а верхняя 18 мм. Fender делал в основном всегда 18-мм. Дальше сразу, что по фурнитуре понятно было, что ручка не родная. Это точно, это какая-то вот Fender'а, на Fender'ах таких не было. Либо это действительно тоже ручка из 80-х годов, но я привык смотреть, работать в основном со старыми 60-х, 70-х Blackface и Silverface. Поэтому мне она не знакома. Логотип стандартный Fender Silver Made in USA, вот именно Silverface. Без вот такой вот без вот такого завиточка вот здесь вот у Fender еще есть, это старых 60-х годов. Дальше панель управления, в принципе, стандартная, канал Normal, Volume Treble Bass, в обоих каналах Bright выключатели. Дальше канал вибрато, значит, здесь Middle, регулировка средних. Volume, Treble, Middle, Bass. Ревербератор, Speed and Intensity. Это тремоло. Все как обычно. Но самой главной фишкой, то, что очень долго искал вот новый хозяин этого комбика, то, что здесь есть мастер Volume, причем он Push-Pull с бустом. Так что на любом положении мастера можно добавить еще буст. То есть, причем это middle boost, скорее всего, я еще не залезал конкретно в схему, не ревизию серьезно не делал, так поверхностно, но это, скорее всего, middle boost. Вот, из внешнего вида, что еще бросилось в глаза, почему подумали, что кабинет не оригинальный. Во-первых, он сделан из DSP, я покажу его внутри. Значит, здесь уголки, не свойственно Fender'у, сведены под 45 градусов, хотя Fender делает под 90, вот так то режет. На Fender делали. Так, значит, из фурнитуры еще уголки вот так вот загнут он и варварски забит, потому что уголок вот этот под 18 миллиметров. Его захотели поставить на 21. Ну, как-то не очень получается. Передняя стенка под динамики. Сразу видно новый гриль. Плохо натянутый, но это полбеды. Беда главная в том, что он неправильно натянут по рисунку. Рисунок должен иметь не вертикальное расположение, а горизонтальное. То есть вот эти вот квадратики должны вот так располагаться. Это сразу бросается в глаза. Так, это что касаемо переднего вида внешнего. Давайте посмотрим, что сзади. Он очень тяжелый. Вот, сзади. Давайте прям сразу начнем с задней панели. Вот этот вот регулятор, это так называемый hum balance. Это он регулирует среднюю точку, выставляет по накалу. То есть делает ее более, возможность регулировки средней точки более точной. Ну, не знаю. Нужная фишка в мощных усилителях, когда его раскачиваешь на полную, все-таки фон иногда лезет от накала, бывает. Ну, дальше. Это разъемы на ревербератор идут
Провод не оригинальный, вот такой вот. И очень интересный сам танк. Сейчас мы покажем. Покажу сейчас сам танк и способ его подключения. Вот смотрите. На первый взгляд думаешь, какая-то фигня, вообще не оригинал. Ну, вообще похоже на оригинал, но опять-таки, скорее всего, из 80-х. Вот этот вот разъем пятиконтактный, такого типа, как в старых советских телевизорах, магнитофонах, приемниках. Вот такой вот он. Сама пружина, ну тут в плачевном состоянии, проводочки он напаяны как-то вообще непонятно, скоро отвалится. Ну, написано Fender, вот, и мы смотрим саму пружину, понимаем, что танк из 80-х. Сейчас, вот здесь вот видно дату. 17 октября 84 год. Понятно. Так, танк мы обратно кладем. Дальше идем по панели. Здесь джек, который идет на динамике. Ну, естественно, не оригинальный. Провод тоже не оригинал. Разводка динамиков, распайка параллельно. Здесь стоит 4 динамика. Кстати, насчет динамиков, они новые. Это Jensen P10R 8-омные. То есть они в параллель все подключены, дают нагрузку 2 Ома. Что, в принципе, здесь написано, 2 Ома. Тоже разводка не оригинальная. И они, конечно, прикручены обычными строительными саморезами с оцинкованными головками. Тоже не оригинал. Значит, вот по поводу кабинета. ДСП, причем такая вообще грубая, необработанная изнутри. Шершавая. Кабинет, да, конечно, это такой вот ужас. Ну ладно. Дальше. Выключатели. Выключатель питания сразу бросился в глаза. Я говорю, да это не оригинал. Ну, потом пошерстили, посмотрели. Действительно, такие ставились оригинальные. 70-е годы. Там, ну, не помню, не буду конкретизировать. Но очень много усилителей в идеальном состоянии. Но именно с таким вот черным тумблером. Включение, да? Ну, может быть, когда ты включаешь усилитель, стоишь спереди, включаешь задние тумблера, в принципе, на ощупь его легко отличить от стендбая. Может быть, эта фишка как раз и есть. Дальше. Ground. Это для сети 110, там, 120 вольт для американской. Я там внутрь лазил, он, в принципе, отключен. Я потом об этом расскажу. Вот. И вот этот вот переключатель, в принципе, он родной, фендеровый. Это переключатель напряжения сети питания. От 117 до 240. Он тоже отключен от греха подальше, чтобы кто-нибудь своими шаловливыми ручками не переключил его и не вышиб нафиг трансформатор питающий. Все, значит, этот усилок пришел без задней крышки. Вот этот, вот, которая здесь стоит. Пришел. Задние, только нижние есть. Тоже так же уголки натянуты. Не знаю, посмотрим, сможем мы их использовать или нет. Ну вот, такой вот беглый внешний осмотр. Значит, после долгих мучительных переговоров и рассмотрения различных вариантов, все-таки решили мы с новым владельцем этого усилителя сделать ему новый кабинет. Это раз. С новой передней стенкой, новый гриль с правильно ориентированным рисунком. Дальше
динамики нормально закрепленные. Здесь будет, ну это впоследствии, но я так быстро скажу, здесь вот будет такая маленькая платка круглая, как это в старых усилителях было, и от нее уже будет разведено на 4 динамика проводами оригинальными шелковой изоляции. Сюда будет идти тоже правильный провод и с другим джеком. Джек будет такой фирмовый с буквой F. Так, и в принципе, что еще сказать? Ну вот еще хотел добавить, что усилитель изначально неустойчиво стоял на поверхности, потому что у него одна ножка короче трех других. Но это все мелочи такие. Вот. И сейчас в следующем видео я расскажу, пожалуй, про внутреннюю начинку. Но здесь, даже не снимая шасси, можно сразу было убедиться, что Мининый трансформатор питающий. Значит, сразу по наклейке я узнаю его. Это Хейбойер. Я такие покупал очень часто в компании Моджетон. Вот, в свое время, когда они не обнаглели еще с доставкой. И могу сказать, что это очень хороший качественный питальник. Вот, и у него есть именно правильная обмотка на 230 вольт для работы с нашей сетью. Ну, вот как бы все. В следующем видео давайте будем детально рассматривать шасси и его внутреннее электронное наполнение. Вот. Так что проект запускаем. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока!